Всем привет-привет! Вы на канале Улаплей, меня зовут Ульяна, и мы продолжаем играть в Стелларис. Не забывайте ставить свои лайки, они очень-очень поддерживают меня и мотивируют снимать дальше. Так, знаете что, помните, мы на чем закончили в прошлой серии? Не только на том, что у нас начались новые раскопки, но и на том, что надо придумывать, обязательно придумывать название для планет. Медовая тема, да, пчелиная тема как-то у нас исчерпалась. Были еще предложения сделать трутень или королева, но королева, видимо, королева-матка. Давайте, наверное, так не будем называть. Трутень хорошая, но оно одно. И я даже загуглила в Википедии, что бы такое с медовой. И я поняла, знаете, на что любят садиться пчелки? На цветочки. И мы, наоборот, делаем не медовую тему, а у нас главная стелица останется улей. А все остальное у нас будет с цветочными названиями. Будет легко ориентироваться, и их полно, согласитесь. Так что вот так вот мы сделаем. Давайте мы скорость обычную поставим, чтобы уже что-то двигалось. И, наверное, нет, поставим паузу, все переименуем. А потом... Так, мед, ну-ка, переименовывайся, давай. Во, пришлось несколько раз ткнуть. Так, мед. Что такое... Какой самый вкусный мед? Не знаю. Елки-палки. Отвлеклась. Одуванчик. Пускай будет одуванчик первый. Дальше. Сотый у нас будет клевер. Клевер. А дальше. Ты у нас будешь что? Какой еще вкусный мед бывает? Пускай будет липа. Липовый, по-моему, мед есть. И, по-моему, он такой светленький, очень вкусный. Ладно. Я думаю, что это хорошая идея. Так, вот ты, дружочек, которого мы так и не взяли в прошлый раз. Ты у нас будешь, например... ну, все. Вот столько я знаю цветов. Василек. Ай. Василек. Вот так, Василек. Все, теперь это точно можно колонизировать однозначно. И колонизировать мы будем вот этими вот друзьями, уже генно-модифицированными. Все, отправляем. Низкая приспособленность. Повысится стоимость содержания. Да, мы понимаем, но очень грустно, но мы очень туда хотим. Итак. У нас здесь все, в принципе, смотрите, все корабли заняты. На одуванчике можно что-нибудь такое построить. Ну, мы еще подумаем. Вот я подумаю насчет резервуара для выведения, чтобы как-то резче у нас заполнялись планеты. 360, знаете, давайте. Если что, мы потом всегда сможем изменить. И что, переходим к раскопкам. Сегодняшние раскопки у нас. Так, барабанная дробь. Красивая сфера. После приземления на поверхность планеты Куанага 5А экспедиции стало ясно, что еще несколько столетий назад здесь действительно процветала цивилизация. В этот момент произошла глобальная катастрофа. Видимо, какая-то междоусобная борьба между национальными государствами привела к фатальному обмену ударами оружия массового уничтожения. Как ни странно, хотя поверхность пустая и безжизненная, небо изобилует изменчивыми оттенками вечного северного сияния. Вид получается потрясающий. Пустынные стальные и каменные останки целых городов окрашены яркими, сверкающими цветами, танцующими в небе. Продолжайте копать. Да, кстати, у нее достаточно хороший навык уже. 6. Поэтому Бавара, точнее, у нас очень быстро, я думаю, это все откопает. Все, ускоряемся на максимум. Ускоряемся на максимум. И что у нас тут вообще есть? Надо вспомнить. Так, сюда вот мы. Это у нас как бы закрыто. Вспомнила. Вы же мне писали, что да. Я там кому-то границы свои открывала. Так, мы закрыли для них границы, Сурама закрыли границы. Они закрыли. О, технократия. Ну-ка, иди сюда, дружочек. Границы, значит, закрыл, да? Ха, вот вам. Все, теперь нас точно никто не объедет ни на какой хромой козе. Мы тут на своей территории и на
кусках, которые мы отрезали, будем править. Ладно. Что мы делаем? Во-первых, мы ждем событий. Мы ждем, пока у нас строители освободятся. Кстати, мы колонизировали эту потенциально пригодную для жизни планету, которая на самом деле не очень-то пригодная. И почему я это сделала? Давайте я объясню, так как я все-таки пишу и позиционирую эти видео как видео для новичков, которых я объясняю свои действия. Я сделала это с прицелом на будущее. Достаточно скоро, я думаю, мы доберемся уже до генетических каких-то исследований, потому что у нас хорошая скорость наполнения единства, то есть культуры. По сути, мы откроем генетические исследования и сможем и себя приспосабливать. Потом, то есть у нас будет просто не 55, да, а там 65, уже меньше, да, всякие отрицательные бонусы. Как называются отрицательные бонусы? Дебафы, не совсем то. В общем, потом мы сумеем как-то терраформировать планеты. Причем в первую очередь мы будем терраформировать, по-моему, планеты, находящиеся в первую очередь под нашей собственной пчелиной задницей. Так что занимаем планеты, какие можем. Мы, я думаю, можем себе позволить платить этот небольшой штраф в 50%. Ну, вот. И просто ждем прогресса ждем. Так, что у нас тут? Мы хотели чуть-чуть побольше войну, но я думаю, нам совсем не помешают, кстати, и минералы. В войну. Мне не нравится, как к нам относятся, но я понимаю, что к нам плохо относятся, не просто так, потому что мы такие вот нехорошие. Не нравимся мы людям, потому что они нас не понимают. Мы сами по себе. Они такие... По одному разуму в одном теле, мы наоборот, мы куча тел и только один общий разум. Они такое не понимают, не принимают. Ну, им же хуже. Так, космические базы, все это нам нужно улучшать, потому что наши технологические исследования позволили нам прокачаться. Так, у нас проблемы, знаете что, со сплавами у нас проблемы. Я думаю, что на следующей же планете, на которой нам позволят что-то построить, мы построим как раз завод сплаволитийный. Так, скорость увеличения плюс 33. Модификатор государства. Очень, очень хороший бонус. Если у вас возникнет мысль не платить кураторам, гоните ее прочь. Это хорошая вещь. Так, что нам нужно? Я думаю, физические исследования надо брать. Да, это как бы долго, почти 3 года, но какой профит? 20%! Так я не научилась отключать эти уведомления по улучшению флота. Так, есть, ура! Предел управляемости флотилии плюс 20%. Это хорошо. Это у нас вот эта вот циферка, не вот эта вот, это у нас вместимость флотилии общая, а вот эта вот, вместимость одной флотилии. Так, скорость прироста поселения плюс 10%, биологический путь. Но я думаю, что мы, наверное, вот это возьмем. Вот, удаление опасной дикой природы. Мы это берем, обязательно. Кстати, вот, уже видите, уже открывается очистка атмосферы, приспособленность плюс 5. Это может исчезнуть просто. Они все такие более-менее рандомные выпадают. Нет, вот это берем. Удаление опасной дикой природы, потому что я точно помню, что на одной из наших планет, не помню уже на какой, есть модификатор. Нет, сюда. Вот она, опасная дикая природа, видите, которая приспособленность снижает аж на 10%. То есть тропический мир, идеальный для нас тропический мир. И вот именно этот модификатор мы его нашли, по-моему, в аномалии какой-то. Our ships have been improved. Улучшение флотилии. Прекрасно. Флотилия у нас, кстати, называется основной флот дронов эсминец. Почему эсминец? Потому что один эсминец есть. Ура! Строим добывающие станции. Колониальный корабль полетел. Давайте-ка на него еще раз полюбуемся, да?
Хочу на него полюбоваться. Василёк, сейчас он прилетит. Ну-ка, с какой стороны его ловить будем? Справа или слева? Ну давайте, я же очень быстро поставила. Сейчас отвлекусь на культуру и все, на традиции. Он в гиперкоридоре. Долго. Ладно. Вот он, нет, вот он, прилетел. Ура! Где ты? Где ты? Вот он. Вот. Такой, прям сотый-сотый. Очень-очень пчелиный действительно кораблик. Желтенький. И с этими сетчатыми стеклами. Они на самом деле очень сложные. Вот в Стелларисе очень сложные корабли, хотя этот не такой сложный, наверное. Но как-то решила из Стеллариса помоделить корабли. Как практика 3D-моделирования. Ужас, какие сложные. Превосходство. Ну-ка, урон космической базы увеличен на 20%. Берем, это мы и собирались взять. Итак, значит, смотрите, у нас уже два открыто. Это я про генетические преобразования сейчас хочу рассказать. На что я надеюсь, на что я планирую. Два у нас открыто, и у нас уже есть два бонуса за стремление. Скоро откроем третий. Вот прям скоро, 3 года. И с 3 года, и еще считайте, 3 года, да, то есть там через 10 лет максимум откроем превосходство. У нас откроется новый бонус за стремление, и там уже третий, когда он, можно открыть... Вот, спроектированная эволюция, по-моему. Нужна адаптация генома. Так, нет, не плоть слаба. Эволюционное мастерство. Или спровоцированная эволюция. Почитаем поподробнее. Но, в общем, именно здесь открываются на самом деле пути. И механический, то есть кибернетический, и генетический, к которому мы стремимся, и псионический, но мы не сможем использовать псионический путь, потому что мы... Ну, у нас единый мозг. Ладно, улучшение космической базы, звездный бастион или ионный двигатель. Покажите-ка мне, расскажите, что за ионный двигатель. Охотится без топлива и создает тягу, используя пучки ионов. Все хочу. Что делать? Давайте-ка звездный бастион исследуем. Так, звездный бастион исследуем. Улучшение флотилии поставим. Улучшение платформ поставим. Нам вот теперь нужно вместимость флотилии повысить. Это тоже можно сделать зданиями. Но у нас нет мета. Our ships have been improved. У нас тут синаптические узлы поддерживают наше огромное государство. Пока мы не поддерживаем его ничем другим, приходится поддерживать зданиями. Можно будет исследованиями поддерживать. Так, в одном из мест точно археологические раскопки. Но сперва всякие важные вещи. Строительные дроны наши. Давайте-ка строим. И строим. Космический флот. У нас, по-моему, так, 24. Так, он не... Нет, полный. Все, нам нужен еще один эсминец просто. Вот так вот усиливаем. Один эсминец сделается. Василек колонизируется. Все, все раскидали. Научные корабли у нас помогают в исследованиях, потому что мы тут везде перекрыты. Кстати, давайте глянем. Инопланетная флотилия 907. Тут... 962. Ну, в принципе, можем потом флот. Вот сейчас улучшится эсминец. Прибавится к нему последний. И сможем полететь тут подрасчистить немножко. Все. Красивая сфера. Итак, напомню в начале, да, сколько это было? 14 минут назад. Нам рассказали про то, что есть какая-то планета, на которой все умерли, но есть красивое северное сияние. Читаем дальше. Нам стала известна судьба погибшей цивилизации на планете Куанага 5А. И хотя она трагична, к сожалению, в галактике такое случается часто. Она развивалась, повышая свою техническую оснащенность, а вот социальной и политической гармонии не хватало. Со временем они создали средства собственного уничтожения, а затем использовали их. И пусть судьба самого мира и его обитателей не уникальна, кое-что поразило наших ученых. Ничем не нарушаемый бесконечный танец северного сияния на фоне всеобщего опустошения.
При более тщательном рассмотрении оказалось, что эффект северного сияния в небе появляется с повторяющейся закономерностью, что противоречит любым нашим прежним знаниям о погоде. Возможно, это какое-то сообщение? Так, флот у нас. Our ships have been improved. Так, ага, это у нас улучшается. Нам, кстати, оборонительных платформ нужно будет нашлепать и на светиле. И, кстати, о птичках, о пчелках, точнее даже, нам бы солнца наши переименовать. А то я их не нахожу вот так сходу. Situation log updated. Our ships have been improved. Ой, ой, хранилище заполнено, прекрасно. Ну что, продаем? Да? Что, продаем, наверное, 5000? Сколько у нас тут предел? 50. Продаем 5. А вот можно, знаете, кстати, докупить на эти деньги. Вот так вот. Докупить. Теперь. Так, строим дальше. Что, куда строим? Сюда строим. Космическую базу. Влияние у нас немножечко есть. Можем смело расширяться. Есть у нас еще и небольшой, очень небольшой запас размера государства. Кстати, улей. Стресс, они растут, просто рождаются, точнее, с невероятной скоростью. Скоро придется их ограничивать в этом деле. Ну что я хотела? Вместимость флотилии? Смотрим. Цитадель вместимость флотилии повышает. Наверное, давайте-ка ее. У нас 11 видов деятельности доступно. Причем так равномерненько есть. Нет, по-моему, у нас тут как раз деятельность для специалистов, ее нету. Да, нету. А вот для чернорабочих есть. Ладно, это хорошо. Так, и на Липе. На Липе у нас тоже открылось местечко. Так, что тут будем строить? Надо подумать. Первых, что мы хотим... знаете что, я думаю, что нужно несколько сельскохозяйственных районов сделать. И, наверное, например, предприятие обработки пищи, чтобы у нас точно ни в какой момент не возникло перебоев с едой. О, событие. Обнаружение предтеч. Патрульный труд, не проводивший плановую разведку на поверхности планеты Диарум-2, сообщили разуму, вот разум это, видимо, мы, об отклонении от нормы в контролируемом нами пространстве. Замечены признаки возможной активности соответствующей цивилизации предтеч. Доступен новый археологический предмет на планете Диарум-2. Здорово. Ладно, Липа. Все, мы скорость... Да все сделали? Да. Скорость можно возобновлять. И давайте продолжим перемен. Василек, ты у нас будешь, а Василек... Ай, опять, просто, знаете, вот это вот контекстное меню открывает. События контакт. Странно, что они стали уведомления сюда присылать, этого раньше не было. Вы получили комьюники от ранее неизвестной, освоившей космос государства. Можем установить связь. Можем? Не можем? Ну ладно. Так, события. Первый контакт с государством. Мы все как один приветствуем вас. Василек есть. Construction complete. Опа! Вместимость флотилии. Куда у нас вместимость флотилии? От... Плохо. Ну ладно, мы цитадель сейчас построим, все будет нормально. То есть не то, что прям это сильно категорически плохо, это просто, видите, стоимость обслуживания повысилась сразу на 7%. То есть если финансы позволяют такое содержать, то как бы почему бы и нет. У нас увеличилась вот вместимость флотилии, так что можем сразу же, вот здесь вот видим 33, это то, что у нас заказано, 30 то, что у нас есть, 50 возможно. То есть мы еще 3 кораблика закажем, чтобы уж точно, ну, чтобы нас просто сильно не побили, тут 907, чтобы мы пришли и наваляли вот прям однозначно. Ладно, продолжаем. Светило не буду переименовывать, светило это светило, светило это святое.
то, что у нас здесь? Что у нас здесь? А дуванчик у нас здесь. Construction complete. Дуванчик. А дуванчик. Все верно. Так, Диарум, ты у нас клевер. Все правильно написала? Правильно. Археологический... кстати, не археологический вовсе, всего-то навсего особый проект. То есть даже ничего такого сильно сложного. Мы вот так вот сделаем. Просто возьмем отсюда этого ученого и отправим. Construction complete. Ну, а на Диарум я все-таки... The spirits have granted us new wisdom. Клевер. Все, все переименовали. Кстати, они, смотрите, автоматически переименовываются все планеты. Прекрасно. Физические исследования есть. Что дальше? Я думаю, что дальше мы, наверное, будем... Реактор холодного синтеза. Научные станции. Еще немножко, давайте еще немножко в науку. А потом, чтобы уж вот у нас будет крутая наука, и всем зададим. Вместимость флотилии. Вот они, наконец-то. Вот поэтому общество моя самая любимая ветка. Смотрите, все такое вкусное. Просто невозможно отказаться. Вместимость флотилии. Нет, предел параллельности нам не нужен. А вот вместимость, наверное, нужно. Вот прямо сейчас объективно нужно. Пусть у нас тут с административным лимитом беда. Так, галактическое сообщество. Наконец-то, подъехало. Все больше бродящих космос цивилизаций устанавливают между собой дипломатические отношения, и галактика становится все более оживленным местом. Чтобы избежать неприятных инцидентов, дипломаты настаивают на создании пангалактической организации, своего рода сообщества, которое позволит представителям всех рас встречаться для обсуждения важных вопросов. Конечно, мы поддержим, куда мы денемся-то? Теперь органическая архитектура, стоимость строительства кораблей снижена на 10%. Берем, вот через 48 месяцев закончим с превосходством, получим предел управляемости флотилии, увеличим максимальный уровень адмирала и еще один бонус за стремление получим. Все, закрываем. Так, ну что, следующий у нас... Нет, подождите, сперва важное. Сперва... Убеждаемся, что у нас все сделано, а потом... А потом уже идем делать раскопки. Так, я не поняла, куда... подождите, он раскопки закончил. Все понятно, с чего он тогда освободился. Красивая сфера. Оно живое. Северное сияние на самом деле оказалось ранее неведомой формой жизни. В верхних слоях атмосферы обитает какое-то загадочное полуразумное существо. Оно как-то может управлять магнитным полем ионизации, изменяя атмосферу для отображения огней в небе по своей непостижимой инопланетной прихоти. Некоторые ученые выдвинули теорию, что оно пытается наладить контакт. Другие же считают, что оно просто играет или даже поет при помощи света. Отдел ксенологии сообщает, что все попытки перевода полностью провалились из-за несовместимой физиологии этого существа. Может быть, оно попытается нас предупредить, оплакивает свой погибший мир, триумфально злорадствует. Мы можем лишь оставить его в ней петь свою инопланетную песню. До свидания. И у нас получился из всего этого модификатор, ген северного сияния и энергокредит ежемесячно плюс 5%. Все. Раскопки полностью завершены. Да? Вот так вот. Ладно. Сейчас мы найдем ему еще какое-нибудь важное дело. Если у нас еще раскопки, давайте глянем в журнале. Так, взрывозащитная дверь на астероиде уже назначили предтечи. Подождите, здесь назначили. Нет, взрывозащитная дверь на астероиде не назначили. Так, тут идет орбитальный комплекс и следы вальтумской цивилизации. Тут уже все происходит. Так, вот здесь вот место археологических раскопок. Заняться раскопками. И у нас размер государства слишком большой. О, прекрасно, клевер, спасибо. Спасаешь, синаптический узел нужен срочно.
Смотрите, расширяется, расширяется, просто пухнет. И ничего с этим не поделаешь. Complete. Обнаружен вальтомский артефакт и физические исследования. Вальтомский артефакт, на самом деле, видите, у нас в журнале есть, как бы мы собираем легенды о предтечах. Нам нужно все 6 найти вальтомских артефактов, тогда мы сможем как бы про них собрать, узнать, откуда они прибыли. Так, и эльскопление знания 7, а об эльфортах у нас их 0. The faithful have claimed a new world. Так, все, прям все-все-все сделали. Взрывозащитная дверь, раскопки. Да, все сделали. Ладно, отправляешься обратно на клевер, значит. Сейчас мы... Так, точно все? Да, точно все сделали. Ну что, основной флот и вперед. Сперва, наверное, вот здесь давайте зачистим, а потом вот сюда. Просто, чтобы два раза не вставать. Ну все. Ой, это что у нас? Почему это стало так появляться? Ладно. Срок действия подписан нами соглашение завершен. Хотим ли мы... Плюс 3000. Да. Просто возьмите деньги и уйдите. Я не хочу смотреть, как они собирают такие огромные суммы. У нас очень небольшой, на самом деле, небольшая прибыль. Complete. Ну, мы ничего не можем поделать. Наука это жизнь. Наука это важно. Без нее мы, конечно, протянем, естественно. Но пока это не критично. Я думаю, не стоит торопиться. Так, тут почему мы не можем? Потому что нам нужно 40 труд. Construction complete. Клевер. Ну, это аналогично. 40 трудней. В улье у нас комплекс улья полностью построен. 11 мест. У нас еще и 11 видов деятельности открыто. То есть у нас 11 человек еще может родиться, жить и работать. Событие. Рождение галактического сообщества. Этот день войдет в историю. Несколько крупных межзвездных государств и Небесный Рой в том числе объявили о создании галактического сообщества. Эта независимая организация послужит площадкой для обсуждения решений, затрагивающих всю галактику. Мы можем по праву гордиться тем, что являемся одними из ее основателей. Это поистине значимая дата для галактической истории. Та-дамс! Галактический совет! Вот он! Итак, уже есть предложение. Рассматриваем, у нас пауза. Нет, у нас не пауза. Сенат, сколько мы, кстати, весим? Давайте посмотрим. 440, мы самые слабенькие. Ну, ничего, на самом деле, мы над этим поработаем. Возможно, просто от дипломатической силы, скорее всего, сейчас. Ну-ка, давайте, вот, базовый дипломатический вес. Технологии экономики поселения, мощь флотилии. Так, а мы вот можем посмотреть мощь флотилии, поселение, экономика, технологии. Причем подтягивать нам надо все. И плюс тут меняется на самом деле вес от каждого из пунктов. Это все будет у нас в резолюциях. Так что не волнуемся, не отчаиваемся. Сейчас все будет. Мы только начали. И там, видите, сложнее из-за того, что у нас мы такие агрессивные. Нас никто не любит, с нами никто не дружит, с нами никто не торгует. Ладно, что у нас сейчас? Основать галактический рынок. Галактическая торговля, не связанная с международной дипломатией, так или иначе существовала с тех пор, как впервые встретились два вида с разных планет. Так, узаконить... этот коммерческий форум. Вместимость хранения ресурсов плюс 10 тысяч. Мы за. Если это повлияет. У нас... Давайте-ка вот у нас есть один посол. Отправим его сюда. Чтобы чуть-чуть. 10%, между прочим. Опа! Вот и мы. Ладно, я сделаю чуть-чуть помедленнее. Для любителей смотреть на огонечки.
Но я все еще не понимаю, кто из них наши. По-моему, наши с голубой... Вот этой, да, с голубой стрелой из задницы. Это наши? А не наши? Давайте посмотрим, с кем мы сражаемся-то. У-у-у, нет, подождите, это щит. Это не враг, это щит. Наши, не наши, точнее... Так, ну, они остались. Вот это, видимо, не наш. Да, древний эсминец. У-у-у, какой красивый. Такой вертикальный. Он большой, а мы такие маленькие. Но у нас тоже есть эсминцы. Вот это у нас, очевидно, корветы, а эсминцы у нас тоже где-то есть. Вот такие они у нас горизонтальные. Нет, это вражеский фрегат. Да. А наш корвет. Сейчас мы найдем эсминец. Вот, он у нас не сильно больше, видимо, корвета. И такой, похоже на толстую сигарету. Побеждаем, очевидно. Кстати, пока они тут заняты, давайте-ка мы какого-нибудь ученого сразу сюда пригоним. Так, ты чем занимаешься? Археологическими раскопками. Вот, возьмем первого попавшегося. Ему тут, во-первых, нужно будет проект исследовать, во-вторых, на территорию разведать вообще-то. Вообще-то. Все, победили. Так, исследовать проект. И все. Кораблики, давайте, летим ремонтироваться. И нам нужен еще один корвет. Будет понадобиться. Он у нас безвозвратно утерян. Так, тут сюда нельзя. Можно вот сюда. А ты, строительный, чем займешься? Нечем заняться. Заперли. О, нет, подождите. Вот у нас сколько тут территорий-то. Ладно. Все, ускоряюсь. Новый уровень лидера, ученый Ульба. Ну-ка, Ульба. Как тебя переименовать-то? Не знакомы просто мы с ним. О, вот, еще Ваку есть. Ваку. Приятно познакомиться. Талант биология. Слушайте. А, Ульба у нас просто... Это не космический ученый. Ладно, тогда можно и не переименовывать. Не так страшно. Сплавы есть. Значит, космические базы. Давайте-ка мы... Требуется звездный бастион. У нас исследуется. Скоро будет. И тут вот две космические платформы. Да, делаем. Тут один корвет ставим вверх. Вот она у нас вверх, видите, пошел прогресс. Все, срочный проект, обломки. Археологические раскопки на следующей серии. Улучшение космической базы, звездный бастион. Есть, прекрасно. И что дальше? Работа с антиматерией, броня. Вот, ионный двигатель хочу. Давно надо было. Так, добывающие. Флот, как ты там себя чувствуешь? Флот у тебя плохо чувствует, он пока что летит. Ему надо подлечиться. Научные станции производства плюс 10. Есть. Ультрафиолетовый лазер, гипердвигатель 2. Ловушки для сбора пылинок или химические заводы, которые их синтезируют. Давайте-ка, у нас есть место, где мы можем добывать пылинки. Где-то они тут. Где-то она тут есть, вот она на клевере. Событие. Странная фабрика. Группа исследователей обнаружила на планете Василек скрытую фабрику. Архитектура здания и характер его повреждений свидетельствуют о том, что фабрику построила какая-то древняя цивилизация, добившаяся превосходных успехов в создании вещей, которые могли выдержать проверку временем. Наши жители легко смогут использовать данный объект, чтобы повысить производительность колонии. Это прекрасно. Если честно, я боялась, что нас опять оттяпают какую-нибудь территорию. Но нет. Завершение ремонта есть. Слушайте, у нас такие плодородные планеты. Все. Но я думаю, что мы, наверное... Нет. Энергетический район. Энергия нужна. Деньги нужны. Так, строим науку. Ты у нас изучаешь систему.
от сенат на сессии. Ой-ой-ой-ой. Паузу поставлю. Флот отправлю вот сюда. Смотрим. Сессия. Сторонники. Все за галактический рынок. Прекрасно. На очереди у нас... Давайте посмотрим. Общегалактическая инициатива по утилизации. Мы сразу можем проставить, да или нет. Так, модификаторы. Дипломатический вес от силы экономики минус 20. Содержание поселений минус 5. Время расчистки непригодных квадратов плюс 10. У нас экономика и так себе. Кстати, мы не самые слабые. Можно нас поздравить. Есть еще более лузерный лузер. Какая-то птица тут нарисована. Нет, мы, наверное, против. Социологические исследования, приспособленность 5. Вот это хочу. Терраформирование. Социальные науки надо мной издеваются. Все, видите, вот до сих пор все вкусно. Слишком вкусно. Просто... Нет, терраформирование будет дорогое и сложное. Давайте начнем с простого. Добавим чуть-чуть приспособленность. Ай-яй-яй! Нет, мы этого не видели. Мы это будем смотреть в следующей серии. А эту серию мы, наверное, будем заканчивать скоро. Так, этот отправляется сюда. К этому мы все застраиваем. Всю территорию застраиваем, возможно. Нажение «Предтечь». Патрульные трутни, проводившие плановую разведку на поверхности планеты Василек-2, сообщили разуму об отклонении от нормы в контролируемом пространстве. Опять обнаружили предтечь. Так, ну-ка. Научный корабль. Поехали на Василек-2. Сейчас мы их как обнаружим? Кстати, обычно их где-то обнаруживаются рядом с нами. И при этом, ну вот, например, вот здесь вот, видите, ни с чем не соединено. Вот такая, вот такой внезапный проход. Ну сейчас, на самом деле, мы это обнаружим. Все, мы предел управляемости флотилии получаем. Превосходство у нас полностью изучено. Если все традиции превосходства приняты, открывается доступ к политикам военной доктрины. Кроме того, мы разблокируем одну ячейку бонусов за стремление. Ну, давайте глянем, чего у нас там открылось. Загадочные технологии, свиньи пустоты. Слушайте, ну пока что ничего интересного. Я хочу именно с генетикой, чтобы открылось. Так что пока что повисит, никуда она не денется. Это продаем. Добро. Доступен бонус за стремление. Хорошо, доступен, так доступен. Сколько у нас тут на планете? 50. Океанический мир. Ну, 17. Размер планеты не очень здорово. Предложение. Пакты, а не нападение. И все не нам. Все не нам. Ой, подождите, и нам тоже. Я не знаю, кто такие Куваб Монополия. Привет, друг. Мы тебя, конечно, убьем, но не съедим. Наравне войска. Давайте берем. Приятно, все равно приятно. Так, сбор пылинок у нас открыт. Темп исследований хочу, плюс 5%. Construction complete. Инженеры. Так, добывающие станции производства. Надо это брать. Так, сплавлитейные мегакузницы. Это улучшение для обычных сплавлитейных заводов. Нет, хочу производство больше. О, прилетели. Сейчас мы столько посмотрим. Смена принципов государства. Они стали материалистами, как будто нам не пофигу. И новые... Новые чужие. Мы, кстати... А, нет, смотрите-ка, очень многое узнали. Интересно, как тут все светится. Тут, вероятно, что-то должно в центре еще быть. Очень многие действительно узнали. Это те, кто, видимо, в Галактический Совет уже вступил. Бонус за стремление не хочу. Присутствуют враждебные флотилии. Это мы, владельцы враждебной флотилии. Давайте смотреть, с кем сражаемся в этот раз. А, такие же вертикальные, кстати, дроны. Совершенно одинаковые. Взяли, перегородили нам всю дорогу. Все, чистенько. Не оставили, кстати, за собой никакого проекта. Мы отправляемся домой лечиться.
обнаружен вальтумский артефакт. И научный корабль. Срывайся с места. Подождите. Мы нашли. Да! Обнаружен родной мир вальтумцев! Внимательно изучив вальтумские артефакты, которые нам удалось добыть, ученые на планете Ули сумели вычислить точные галактические координаты Вальтумара, мира, откуда произошла древняя вальтумская цивилизация. Да срочно отправить туда экспедицию, пока нас никто не опередил. Свяжитесь с ближайшим научным кораблем! Все, есть. Так, все остальные корабли мы тоже хватаем. Хватаем. И отправляем исследовать. Нам нужно вот это вот все быстро исследовать, заполнять. Кристаллические организмы. Поразительные существа. Эти кристаллы с корабль размером сперва казались инертными, но внезапно изменение в их расположении относительно наших кораблей и новые энергетические сигнатуры указывают на то, что нам следует считать их опасными, не приближаться. Так, опа-опа. Тут уже друзья вот организовались. Тут строим. Научные корабли уже полетели. Так, вы, друзья. The spirits have granted us new wisdom. Давайте летим, строим. Темп исследований плюс 5%. Ах, скорость развития колонии плюс 50. Ух ты. The spirits have granted us new wisdom. Альтернативные исследования хочу. Это чтобы больше вариантов у нас вот здесь было. А тут у нас... Поглотитель энергии, а мы его разве не изучили? Так, биология, давайте. Родной мир вальтумцев. От родного мира вальтумцев не осталось... Вальтаумцы, да, все нормально. Не осталось ничего, кроме обломков. Их изучение показывает, что примерно 12 миллионов лет назад планета была уничтожена взрывом антивещества. На ее поверхности были обнаружены развалины, исследование которых позволит нам выяснить, что идеология вальтумцев коренным образом изменилась примерно за 100 лет до гибели цивилизации. Они стали утверждать, что Вселенная является искусственной реальностью, в которую все разумные существа погружены для развлечения неких высших созданий. Вальтаум предпринимал все более радикальные попытки отключить себя от симуляции, что приводило, как правило, к массовым самоубийствам. Наконец, они пришли к выводу, что только одновременное отключение миллиардов индивидов может дестабилизировать систему настолько, чтобы дать им свободу. В назначенный час вальтаумцы по всей галактике совершили самоубийство подручными средствами. Те, кто отказался последовать общему примеру, оказалось слишком мало для возрождения расы. Так погибла и канула в забытие вальтумская цивилизация. Найдена реликвия, получено 9999 ресурсов единства и открыто действие с малыми артефактами. Великолепно. Так, мне очень интересно. Такая очень насыщенная наука и территория. И традиции доступны, ура! Что, я думаю, что нам пора, наверное, процветание, то есть экономическую ветку брать. Все, взяли. Так, взяли. Сейчас прочитаем. Добывающие станции производства увеличены на 10% сразу, махом. Это хорошо. Так. Ты, дружочек, летишь на Вальтаум, будешь его осваивать. Так, а ты, дружочек, продолжаешь тут строить. Все, у нас все. Надо усиливать все, что у нас есть. О, на Ули последнее строительство. Ну, тут у нас... Планетарный дефицит, в общем-то, всего много добывается. Я думаю, что еще одна научная лаборатория нам совершенно точно не повредит здесь. Дальше, одуванчик. Вместимость флотилии, наверное, мы здесь построим синаптические узлы, потому что сейчас у нас будет расширяться василек. А вот фиг вас знает, васильки, чего вам нужно. А давайте резервуары для выведения, пускай быстро развиваются. Все, давайте глянем на реликвии. Вот.
Реликвия, вот она, ух ты. Колдунский перфоратор реальности. Пассивные эффекты использования благ поселения минус 10%. Это прикольно, сейчас покажу, где у нас блага. Вот они у нас, блага. И они нужны для того, чтобы у нас была высокая стабильность, соответственно, высокая рождаемость и так далее. Ну, то есть это такой приятный бонус. Дальше. Если мы активируем, выполните перфорирование реальности ради значительных боевых преимуществ на короткое время. Вот так. Секрет народа Вальтаум состоит особый проект «Вникнуть в секреты вальтумцев». Ну все, и продано. Я хочу. Мы обязательно это сделаем. Обязательно это сделаем. В начале следующей серии, я думаю, мы и вникнем в секреты вальтаумцев, и будем заниматься археологическими раскопками. Все, на этом мы с вами закончим. И я надеюсь, что вы уже поставили свой лайк. Если нет, то под видео. Подписались, нажали колокольчик. Ну и вся вот эта вот ютубовская традиция. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться. Пока-пока.